В Ахе успешно работает социальный магазин «Люкс», где можно купить ряд продуктов по сниженным ценам. Руководство магазина использует все возможные механизмы для снижения цен, чтобы продукты были легко доступны жителям, независимо от уровня их дохода. Магазин «Люкс» активно принимает участие в областных проектах. Мы участвуем в трех программах – «Доступная рыба», «Социальный магазин» и «Региональный продукт». Региональный продукт – это новая программа. Значит, здесь у нас товары только местных производителей. Значит, заключили в декабре дополнительное соглашение с птицефабрикой Южно-Сахалинской. Теперь яйцо у нас реализуется по цене Южно-Сахалинска – 58 рублей за десяток. Далее, значит, рассматривается вопрос по мясу птицы, птицефабрики. Значит, возможно, тоже в будущем мы будем продавать по цене Южно-Сахалинска. Значит, новое с января у нас, мы заключили договор с нашим местным производителем. Значит, у нас теперь в продаже имеется колбаса, колбасные изделия нашего местного производителя, значит, колбасного цеха ахинского. По программе «Региональный продукт» на прилавке поступает еще ряд продуктов по сниженным ценам. Кроме того, в социальном магазине «Люкс» в рамках проекта «Доступная рыба» реализуется недорогая свежемороженая рыба. На порядок дешевле ахинцы могут приобрести минтай, камбалу, навагу, треску и ряд других морепродуктов. Здесь же рыба лососевых пород. У нас в наличии сейчас имеется полный ассортимент рыбы. Горбуша по 115 рублей, кита, терпук, то есть полный перечень наименований, все у нас есть в наличии. Сегодня вот завезли навагу, 92 рубля за килограмм. Социальные цены предусмотрены и на овощи местных производителей. В том числе вновь появились в продаже огурцы по цене 100 рублей за килограмм. На прилавках представлены товары для всех категорий граждан, но цены здесь стараются держать ниже рыночных. По привлекательной цене здесь можно приобрести крупы, сахар, яйцо, масло, сыр и многое другое. Для удобства покупателей стоимость недорогих продуктов указана на желтых ценниках. Также заключили с соцзащитой на 2018 год соглашение о том, что мы будем выдавать социальные наборы. Так что наборы начали выдавать с сегодняшнего дня. То есть на квартал у нас в пределах 457 наборов. То есть с января по март наборы получат все. Все больше покупателей открывают для себя магазин «Люкс». Кстати, по итогам 2017 года данный магазин отмечен благодарностью Министерства торговли и продовольствия Сахалинской области за активное участие в реализации региональных программ, направленных на решение социальных задач.